Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня покажу вам модный аналог криперов для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, по установлению данного мода в нашем мире появляются новые криперы. И если честно, этот мод целиком портирован с ПК-версии Майнкрафта, да. Ну что ж, как видите, криперы у нас меняются в зависимости от блока. То есть, если это крипер стал на этот блок, он стал этим блоком. То есть он стал каменным блоком. Если блок стал крипер стал на булыжник, то он стал булыжным крипером. Если крипер стал на березу, он стал березовым крипером. И если крипер стал на дрову, то он, получается, стал травяным крипером. Да, довольно забавная фишка. Но, к сожалению, мод еще не целиком доработан. То есть здесь есть баги, и не все криперы становятся таким блоком. Например, сейчас он стал деревом, но не на все, опять же, я повторяюсь, блоки он становится. И, как видите, когда мы убьем крипера, у нас происходит мерцание крипера между обычным крипером и крипером березовым. Да, как видите, происходит некие мерцания, но это мешает насладиться этим модом. И, к сожалению, когда вы убьете крипера, с него почти ничего не дропнется. Опять же, появился березовый крипер. И появился, как видите, акацевый крипер из акацевого дерева. Да, довольно забавный мод. Но все же, как я сказал, здесь также есть баги, которые в скором времени исправят. Ну, так я говорю всегда, потому что это совершается. Например, если мы поставим крипер на стекло, он заспавнится, но у него появится довольно багнутая текстура. И также есть новость про Minecraft 0.14.0 о том, что эта версия выйдет на этой неделе, ну или минимум, точнее максимум, на следующей неделе. Да, это точная информация, поэтому ждите. Как видите, крипер сейчас стал у нас диджей крипер. Да, довольно забавно. Диджей крипер, зажигай давай. И как видите, опять же происходит мерцание этого крипера. Но это и правда не мешает насладиться модом. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.